Ваюшки, друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу вам плоскую деревню для Майнкрафта Pocket Edition. После установки этой карты вы появляетесь в плоском мире, где находится настоящая деревня. Если кто-то не знает, то эта карта разрабатывается мною, поэтому я выпустил третью беты этой карты, которую я изменил или добавил даже много новых структур Майнкрафта. Ну, собственно, друзья, был заменен или даже заменен с целиком спавн на вот такой довольно красивый колодец. Стандартный колодец я не смог построить, потому что он не подходит под размер спавна. Ну, этот выглядит тоже довольно забавно. Дальше, друзья, хочу сказать, что дома от деревни были не изменены, они были немного доработаны. И хочу сразу сказать, что о всех багах карты сообщайте мне в ВК. ВК будет в описании или сообщайте под комментариями этого видеоролика. Собственно, была добавлена кузница вместо воды, вместо лавы я добавил воду, иначе вся наша кузница сгорит. Но если кто-то не понял, то, друзья, в деревнях, которые генерирует сам Майнкрафт, там стоит некий скрипт, Самого Майнкрафта, чтобы деревни не горели. Ну, а у нас это все сгорит. Дальше я добавил довольно сложный данж. Это, друзья, джунглевый данж. Выглядит все просто изумительно и красиво. Я все сделал приблизительно а, к реальным структурам, друзья. То есть это реальные структуры. Я не смог сделать этот механизм, друзья. Он занимает очень много места. И если я построил бы все это как а, в этом джунглевом храме, то механизм просто вытачивал бы из земли. Ну, а дальше есть ловушка. Друзья, чтобы она работала, вы просто можете поместить туда стрелы или огненные шарики. Но делать этого я не стал, потому что эта карта просто для развлечения. Ну, или для чего-то еще. Собственно, сундук пустой, вы можете на сами что-то положить. Ну, а, друзья, собственно, я еще раз повторюсь, о всех багах этой карты и даже недоработках сообщайте мне обязательно, я все исправлю. Потому что карта, как видите, с каждым разом становится все лучше, лучше и Друзья, в скором времени она будет просто сильно доработанной картой. Ну и, друзья, в доме ведьмы я убрал лишний сундук, который, возможно, некоторым мешал. мешал ну, а теперь его не будет. Ну, а храм у нас остался таким же. Ну, потому что там все нормально. Ну, друзья, собственно говорить больше нечего. И вот, друзья, скачивайте карту через описание, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал.